Красном углу Бабаев Алик, ударник на Волгоградском проспекте, боксер 2000 года рождения. Боксом занимается 1 год. В ринге провел 5 боев, 4 одержал победы. Тренируется под руководством Мартынова Александра Анатольевича. Синего было ринга Ниязов Искандар, спортивный клуб «Патриот», боксер 99 года рождения, боксом занимается также 1 год, провел 9 боев, 5 одержал победы, тренируется под руководством Рогозина. К выходу в ринг готовится вторая пара боксеров, весовая категория 60 кг, финальный бой. Gracias.
В этом бою единогласно решением судей победу одержал боксер из синего угла Ниязов Искандар, спортивный клуб «Патриот». Он награждается медалью, грамотой, и также боксер за второе место награждается грамотой и медалью.